Итак, всем привет, с вами Настян, и это уже третья серия выживания по Майнкрафту. Со мной мой брательник Андрюша, поздоровайся. Всем привет. Ну, чем сегодня займемся? Ну, наверное, будем строить свой домик. Хорошо, я согласна. Слушай, давай тогда выберем место, потому что здесь вообще не вариант, рядом с домом пиратов. Ну, пойдем, заодно можем добыть ресурсы для нашего домика. Так, стой. Ну, давай тогда сразу подготовимся к нашему путешествию. Во-первых, что нам нужно взять? Поесть. В принципе, у меня есть. Давай возьмем наши кровати и уже двинемся. Давай. Так, я свою кровать забрал. Все, пойдем. Все. Погнали. В какую сторону пойдем? Я думаю, куда-то от нашего океана, туда куда-то, может? Да, я думаю, то, что... Нет, давай не будем так далеко уходить от океана. Ой, что поближе к водичке. Так, пойдем тут по берегу. И... Давай, давай. Смотрим. Нужно какую-то открытую поляну. Стой, смотри, там кто-то есть. Ты видишь? Это кто? Даже не знаю. Он что-то строит. Пойдем подойдем, спросим. Ну, эй, пойдем. Привет! О, здравствуйте. Здорово. Добрый день. Привет. А вы кто? Вы что здесь делаете? Меня зовут Настя, а это мой брат Андрюша. А меня зовут Женя. Я вот тут дом строю на заказ. Прикольно. На заказ. Блин, а нам как раз тоже нужен домик. А сможешь нам построить? Я... Делаю, получается, дома на заказ. Вот смотрите, вот у меня уже я начал здесь проект, и этот дом еще пока никто у меня не купил. Поэтому, если у вас есть чем мне заплатить, то я могу вам помочь, да. Блин, так есть сейчас ему заплатить? У нас есть 15 алмазов. Сколько у вас обычно дом стоит? 15 алмазов? Ну, я думаю, что вот такой домик, как я начал, стоить будет около 25, но. Как мы с вами можем? А если я углем больше нету, да, получается? Да, углю, к сожалению. Могу углем докинуть. Ну, давайте, если вы мне поможете, то есть я буду примерно делать, примерно говорить, что делать, как строить, вы мне будете помогать, тогда и за 15 получается, ну, давайте даже за 10. Вместе веселее, за 10 давайте будем. О, будем ну строить. Это тогда супер, ты просто вообще четкий парень, спасибо тебе огромнейшее. Ну что, так, кстати, нам алмазы, за ресурсом... Алмазы. А, блин, ну ладно. Так, вот тебе. Угу. Так. Сейчас. 8. Вот, и еще 2. Так, ага, все, спасибо вам. Так, ну что, за ресурсами нет, ходить не надо, конечно. У меня здесь есть сундук, я специально все это дело подготавливаю. Открывайте сундук, смотрите, сколько у меня материалов. Должно на этот дом хватить. Ну вот. Да, если что, сходим, так что... в принципе, еще пособираем. Да-да, без проблем. А получается что? Давайте, так как вы не знаете вообще, как это все делается, я, наверное, буду строить вот эти большие столбы основания, а вы будете заполнять стены как раз-таки досками из акации. Хорошо? Да, хорошо. Да, без проблем. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, получается, и тогда с другой стороны. Все должно быть. Хорошо, давайте, заполняйте. Так, здесь тоже 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Просто до самого конца, до самого верха, а там я уже дальше покажу, как сделать. Строитель, конечно, 2, из меня не лучший, 3, 4, 5, но я 6. Постараюсь. Ну, я думаю, что вместе мы очень быстро этот дом построим, потому что у меня у одного бы ушло на это где-то, ну, я не знаю, двое суток, может быть, даже трое суток. Ну, а с вами, я думаю, мы управимся за полдня, я думаю. Так, получается, все, до конца прямо застраиваете до столбов. Вот эту стену еще забыли тоже. Кстати, у вас, ребята, нету покушать? А то у меня вообще есть. Блин, как бы теперь отсюда спуститься? Я вот залезла и даже не подумала о том, что мне нужно здесь лезть. Вот, смотри. Вот сюда спрыгивай. Вот на этот блок. Так. Потом уже ниже. Ага. Так, а покушать? Покушать и у Насти попроси. Да, у меня есть так. Покушать. Без проблем. Так, я тебе сейчас скину. Я не знаю вообще, смогу ли я... Ага, все, отлично. Держи. Да нет, нормально, мне вполне хватит, да, 5 куриц, это вполне достаточно. Так, получается, все, заливайте тогда вот эти еще две стены, конечно же, досками. А я уже буду начинать здесь делать небольшой конек. Так, получается вот так. И здесь, так, подождите, подождите. Уже начинаем делать вот по такому уровню. Какой раз уровень. Потом у нас будет вот здесь вот так вот 2 уровень. И, соответственно, 3 уровень. Слушай, а лесенка у тебя есть? Так высоко, блин, как бы не упасть. Ну, лесенку можешь, пожалуйста, сделать из этого, из моих материалов. Я сделаю лесенку. Андрей, сделаешь, да? Отлично. Да, без проблем. Сейчас все сделаю. А пол? Мы пол будем тоже делать с досок? Пол, я думаю, что да, тоже с досок, конечно, но для того, чтобы это все дело не сливалось, мне кажется, что доски нужно использовать немножко другого цвета, поэтому их надо будет добыть. Я просто внутренней отделкой, знаете, не занимаюсь особо. Я так, чисто каркас, а потом дальше уже заказчики сами, как им надо строить. По-моему, я что-то немножечко перепутал, да?
Почему? Или все правильно? По-моему, ну подождите, так, отойди, отойди-ка, Андрей. Так, я не знаю, что ты перепутала. Нет, вроде все правильно. Так, и еще не хватает именно акации, получается, вот этого. Акации не хватает. А сейчас пойду посмотрю в сундучке. Именно бревен. Так, вот так, и получается вот так. Так, а ты здесь что уже намудрила? Вот я говорю то, что так, здесь я что-то неправильно вот сделала. Так, и вот так. Все, теперь все верно. Смотри. Ага, да. Видишь, как получается. Так, а где лесенка-то, вот, кстати? Так я лесенку поставил, Андрей ушел делать. А где могу тебе опять еще скинуть? Так вот она, смотри. А, вот видишь, где поднимается? Блин. Осторожно. Ну ладно, даже все, я усвоил урок. Где лесенка так, находится теперь? Нужна акация. Сейчас я пойду... На бревну. У нас среди дома есть? Пойду сейчас домой топор возьму и принесу там вам акацию. Нужно так вы здесь недалеко живете? Да, но земляночка есть небольшая рядом. Ну хорошо, хорошо, тогда без проблем. Так, получается, если это все у нас будет выглядеть примерно вот так. Теперь нужны ступеньки. Ступеньки обязательно из какого-нибудь другого тоже вида дерева, для того, чтобы все было красиво. Вот. Какой он большой все-таки получается? Ну, какой большой? Нет, нормально. На самом деле он будет такой двухэтажненький и достаточно милый. Поэтому не переживай по этому поводу. Все будет хорошо. Так, здесь еще будут пару балкончиков, получается, с двух сторон. А потом уже будете украшать его, опять же, снаружи, как вам будет угодно. Да и внутри сами сделаете ремонт. А, окей. Так, ну так, вот смотри, я жду, я получается... Я акацию принес. Акацию? У меня дома было 2 штуки. Тебе хватит или нет? Да, можно мне еще бревна? Мне нужны бревна, а не доски. Бревна именно, бревна да, акации, но это да, тогда и это у меня нет, поэтому сами как-нибудь давайте. Андрей, у тебя так, нет? Давай нарубим, это все убираем. Да я ему все дал. Больше нет, давай нарубим. Я могу тебе чуть-чуть, ну, отдать, но как бы мне тоже надо. Так. Получается. Ну ладно, тогда пойдем рубить. Сколько тебе нужно? Ну давайте, идите порубите, я пока здесь. Блин, у меня, к сожалению, нет с собой топора. Андрей, у тебя есть? Есть, только да, один. У меня только один. У тебя есть с собой железо либо что-то такое? Можно было бы скрафтить. У меня нет. У меня есть железная руда. Железная руда печень, у меня тоже есть. Да, давай тогда сделай мне. И пойдем тогда искать, рубить бревна. Пить дерево. Так. Расскажи вот, вообще немного о себе, ЖК. Мне акации тоже не хватит, понимаете? Мне нужно больше. Но я что о себе рассказывать? У меня есть семья, и я ее кормлю. Получается, вот так вот зарабатываю алмазы. Как, допустим, вы мне сегодня заплатили. Просто строю дома на заказ. Мне звонят, получается, вызывают меня. И все, я приезжаю и по заказу строю дом. Либо говорят, какой я сам могу построить, либо дают мне определенный проект, и я уже по проекту этот дом строю. Вот этот дом тоже хотел тут построить, потому что место достаточно, я думал, такое людное. Но вот сколько я здесь уже нахожусь, ни одного человека, кроме вас, здесь не видел. Думаю, построю дом, и придет кто-нибудь до меня, его купит. Я уже пойду к своей семье. Так, мне нужна акация. Так, смотри, вот у меня еще тут 40 досок есть акациевых. То есть я брал, строил, и мне осталось. Не, пока мне вроде хватит. Пока мне хватит. А, ну все, тогда отлично. Так. Блин, смотрите, уже темнее. Да-да-да, лишь бы не заблудиться. Пойдемте-ка поспим. Не, я, кстати, не знаю, вот и... Не, у меня, конечно, у меня есть кровать, да, потому что я здесь сколько времени-то провожу. Так, нам нужно тогда сделать какую-то дверку, блин, или мы прям на улице. Давайте на улице, в принципе, сегодня тепло, давай, и можно и... В печке прилягу? Да, я тогда тоже. Так, вы уже кровать, получается, поставили свою, да? Да, давай, иди сюда, к нам. Я уже сплю. Я думаю, на самом деле, нет, ну, вы, конечно, если такие бесстрашные, можете там, а я лучше как-нибудь вот в самом доме лягу. Ну и ладно, давай, да. Спокойной ночи. Так что давайте. Все, спокойной ночи вам. Давайте с утра уже начнем продолжать работу. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Так, ну что? Так, что, продолжаем наш постройчик нашего дома? Да. Да, конечно, так. Жека, а где у нас вообще будет дверь? Вот здесь вот? Дверь будет, конечно, вот я делаю главный вход, вот с этой стороны будет у нас и дверь. Но это будет немножко попозже. Так, давайте мне лесенки, ступеньки точнее. Ступеньки давай сейчас принесем. Ступеньки есть вот в сундуке вроде, тебе нужно из акации, да? Ну да, так, вот возьми здесь. Вот нет, мне на самом деле, ну я же вас просил, друзья, что вы мне принесли из другого дерева что-нибудь. Потому что, ну хорошо, это ваш дом, вам решать. Хорошо, мы, если что, акации, значит, мы будет... если что, сами потом заменим, нам главное вот, чтобы ты сделал основу. А там, если что, мы уже сами сделаем. Да без проблем, без проблем. Хотел у вас еще поинтересоваться, а вы, получается, здесь что делаете? Ой, какая же это долгая история на самом деле. Ну,
Ну как вы сюда попали? В общем, мы с нашим дядей Гудмодом плыли на лодках к нашим родителям, везли им гостинцы, но случилось несчастье. Начался сильный шторм, и мы потерпели крушение. Наш дядя где-то потерялся, вот, и в итоге мы очутились вот на этом острове. И сейчас выживаем тут вдвоем. В скором времени решили пойти за нашим дядей, поискать его. Пока что мы вот хотели немножечко обжиться, построить дом и уже идти за ним. В общем, такая вот печальная история. Понятно. Ну да, на самом деле вот эти края, они кишат пиратами. И здесь вот находиться без какого-либо там оружия или элемента защиты, там какого-нибудь топора, я не знаю, ходить вообще не вариант. Потому что грабят, и меня тоже пару раз грабили. Вот, поэтому я очень аккуратно. Осматриваюсь всегда по сторонам, и если что, сразу просто ноги в руки и побежал. Да, так что желаю вам найти вашего дядю. Mm-hmm. Ну, я надеюсь, с ним все в порядке. Да, мы так, тоже надеемся. Я уже сделаю вот так. Так, что мы делаем дальше? Нас идем искать другое дерево или нет? Я вот пока что дерево и акацию, я вообще не вижу здесь другого дерева вообще. Ты посмотри, зеленая акация. А я пойду немного прогуляюсь куда-нибудь? А, да. Может, найду дуб. Ну ладно, я пока акацию собираю, она все равно, в принципе, еще, наверное, нужна. Так или нет, Жека? Ну, я думаю, что акации у нас уже тут достаточно. Понимаете? То есть нам нужно сейчас другое дерево, да? Да, красоту наводить. Так, хорошо, ладно, тоже тогда пойду куда-то прогуляюсь, лишь бы не потеряться на самом деле. Так, ну я тут вижу только лишь акацию, поэтому в эту гору идти не стоит. И там тоже везде акация, тут, по-моему, других деревьев нету, рядом. Нужно идти куда-то далеко. Так, ну я, по-моему, дуб нашла. Хоть что-то другое. Так, а ты где? Сейчас я найду. Да, по-моему, дуб. Он тут просто один стоит среди кучи акаций. А, ну здесь вот тоже вижу нас. Провалилась прям. Маленький. Сейчас, блин, утону. Осторожнее. Да. Так, нужна срочно лопата. Вот есть с тобой лопата? Да. Сейчас... А, так слушай, у нас тут рядом дуб-то растет. Да? Ну да, ну как бы вот иногда попадается акация и между ними дуб. Поэтому я немного нарублю. Да. Ты давай домой там возвращайся, далеко не уходи. Да, я вот сейчас вот тоже нашла дуб, и сейчас я его срублю и тоже пойду-ка отсюда, потому что действительно это еще пирата встречу, и вообще будет просто кинцево. Да, я не думаю на самом деле, что здесь будет пират. Ну, смотри, здесь их дом стоит на воде, мы нашли их дом, вот, и он не так далеко на самом деле отсюда находится, поэтому... Вполне реально, что они где-то здесь и водятся, где-то здесь гуляют. Недалеко отсюда пиратский дом находится? Да. Мы специально не так далеко решили забраться, чтобы за ними наблюдать. Но пока что мы никого из них не видели. Они, видимо, куда-то сейчас пошли за какой-то добычей. Я не знаю, в общем, может быть, клад искать. Что там пираты еще делают? Угу. Убивают простых смертных. Ну что, как у тебя тут обстоят дела? У меня 35. Ничего, я делаю крышу. Неплохой. Самое сложное — это крыша. Капец, дом такой просто огромнейший выглядит. Я думаю, то, что он будет поменьше. Не, на самом деле не очень огромный, так что не переживай. Главное, чтобы... Слушай, Настя, давай смотри, у тебя сколько дуба есть? У меня есть 10 бревен дуба. У меня 35. Предлагаю сделать доски и пойти делать уже пол в нашем доме из дубовых досок. Да, давай. Вот, и потихоньку делать там окошки и так далее, тоже в нашем доме. Так, ну все, вот, у меня есть 40. Так, сейчас я тут все, что мне не нужно, скину, потому что что-то прям... Так, я пока тут сделал небольшой вход сюда. Такс. Но я уже тут сейчас самым сложным с крышей уже скоро буду заканчивать, на самом деле. Тут главное наметить всех сложнее, а там дальше уже идет как по маслу. Так, а как их правильно ставить, чтобы они... Не получились. А я думаю, может там сделать... У нас где будет вход? Прямо внизу или он будет немного выше? Вообще, по сути, он должен... Ну, я думаю, крылечко. Почему? Там крылечко будет, по нему получается, очень даже высоковатое. Вы просто не понимаете вообще, в чем прикол. Вы будете заходить уже, можно сказать, сразу на второй этаж, понимаете? Даже так. Тогда нам сейчас вообще нет смысла делать... Давай вообще, порубим вот эту траву. Так, смотри, я сейчас сделаю только ступеньки туда.
примерно, как я это представляю себе. Ступеньки акацевые или дубовые делать? Какие лучше, Настя? Ступеньки? Ну давай дубовые сделаем. Решили, да. Давай. Так, все, тогда я пойду сделать где-то вот здесь вход, тогда я понимаю, вот так как-то. Такс. Да, ну смотри, да. Вот сюда, тут где-то будет вход у нас получается. Ты пока можешь дверь сделать. А, тут дверь уже есть, я сейчас ее принесу. Или, стоп. Ее кто-то забрал. Дверь тогда давай сейчас сделаю. Нет, стоп, она, наверное, у Жеки. Кого? Я ничего дверь. Не брал, никакую дверь. Блин, может быть, а, нет, сюда? Есть у меня, ну, красная, да-да-да, это я ее приготовил. Я сделал дубовую дверь. Давайте ну, дубовую поставим. Да, давай. А, ступеньки, получается, да, да. Смотри, у тебя доски дубовые есть? Иди делай пол вот на этом уровне. Вот, видишь, окей. На уровне наших ступенек. Так, сейчас. Все, проходи туда. Или лучше знаешь, из чего сделать будет? Из полублоков. А как а внизу тогда полублок сделать? Сделаем. Сейчас полублоки я сделаю. Я сейчас сделаю тебе полублоки, окей, хорошо. Через доски. Будешь делать нам пол. Так, все, иди сюда. Целый стак тебе дам. Так, чтобы не счёт пол держать. Нужно все убрать. Так, давай. Я так, сбросил. Где... Ага, все, вижу. Угу. Все, иди их ставим вот здесь, на этом уровне. А внизу потом реально можем склад сделать целый. Так, а как потому мне, чтобы мне не упасть, внизу? А мне нужно... Shift-и, shift зажимай и отходи назад. Okay. Да, вот так вот. И тут, ой, вот я упал. Я пока пару фейклов поставлю, чтобы свет у тебя был. Потом их уберем. Угу. Так, ну как-то так получается. Ну да. Как-то так. А ты сейчас чем же занимаешься, Жека? Делаю крышу вам, резную, угу. Красивую. Так, тут вот нужно вот этот факел убрать. Угу. Так, свою думаю, как нам сделать этот вход наш-то? Нет, как вход, смотри, я тебе сейчас расскажу. Да-да-да, так. Так, сейчас здесь я поставлю. Так, ну я его примерно представляю. Так, подожди, я тут немножко... Да-да-да, получается, вход будет вот так вверх, и здесь уже сразу... А, так вы все уже знаете. Вы уже все даже делаете так, как я и предполагал. Да? Вот, я сейчас, отлично. Получается, сделаю... Да, молодцы. Сейчас я сделаю вот здесь крышу над входом. Угу. Ну и, в принципе, уже вырисовывается прямо вся картина. А можешь очень скинуть мне неплохо. Дверь? Я пока установлю дверь. Так, дверь. Ну, вот у меня красная есть. Не знаю, подойдет ли она к этому интерьеру. Ну, если что, другую дверь. Сделаем, в принципе, не... Так. Так. Настюха, а что мы будем делать внутри нашего дома? А, не будет ли у нас такой пустой? Только получается здесь одна дверь. Нужно еще вторую, чтобы с другой стороны стояла. Я пойду сделаю. Да, а ты давай. Пока рассказывай нам, что мы будем делать внутри нашего дома. А, ну, во-первых, мы кровати видишь? Поставим. Я сейчас пойду принесу кровати, чтобы нам уже на улице не спать. То, конечно, сегодня какая-то прохладная погода, на самом деле. Кстати, вы не хотите угу. покушать? Я уже очень проголодалась. Покушать? Видишь, ну, я потихонечку кушаю. А, ну хорошо. Так, я еще еду в печь закинул, если что. Ну, так. Смотри, уже, кстати, темнеет. Так, а что у нас тут получается? Нам еще нужно будет окна в нашем доме, кстати, сделать. Да. Ну, тут еще на самом деле много чего нужно да, будет сделать. Да, тут много интерьеру. Работы, но в принципе, ну то есть, для начала, я думаю, сойдет. Мы уже сами, наверное, справимся. Смотри, вообще неплохо вырисовывается. Я думаю, то, что можно сейчас... Да, вот здесь еще крышу над крыльцом сделать. А, получается, я уже... Уже все, опять солнышко заходит. Ладно, давайте сделаем так. Смотрите, я вам, получается, оставлю вот здесь материалы. Вот вам материалы, какие тебе у меня остались, уходить, какие я да. Да, для этого дома вот даже топор возьми тоже, Андрей. Все. Спасибо вам за компанию, которую вы мне составили. А я, наверное, быстренько давайте пошел уже домой. Все, достройте сами, пока. Всем да, спасибо тебе за помощь, удачи. Так, ну слушай, по-моему, нам неплохо помог, и дальше, думаю, мы сможем справиться сами. Да, ну, я думаю, то, что на сегодня хватит. Пойдем ложиться спать, мы сегодня неплохо поработали. Mm-hmm. Все, что, ребят, вот так вот вышло, конечно же, мне кажется, давай, знаешь что, поспим. Ой, доброе утро, ну что, я думаю, доброе то, что утро. Стоит заканчивать эту серию, пойдем, выйдем к нашему шикарнейшему домику. Тебе, кстати, не показалось, mm-hmm. что этот Женя какой-то странный? Он вообще дом не достроил, ты посмотри, что он оставил. Взял наши алмазы да, и сбежал. Честно.
Угу, и дом какой-то, честно говоря, ну, немного кривой, если я не ошибаюсь. Нужно будет брать все в свои руки и немного все это исправлять. Ну, ребят, вот в воскресенье будет стрим, так что приходите, будем вместе строить дом. С вами была Настян, Андрей. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем спасибо и всем пока. Пока.